Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Спотел, сейчас эту крапиву рвал, вот, сейчас покажу где. Вот, здесь у меня все взросло, здесь у меня вьюны растут. Короче, сейчас эту и чистотел рвал, и крапиву дергал, вот, целую кучу нарвал здесь. Вот. Так, там тоже надо сорняки порвать. Еще завтра, наверное. Уже сегодня не могу уже. Вот, освободил для винограда. Вот он здесь целый лес. Вот кучу нарвал. Здесь как крапива. И это самое. И чистотел кучу нарвал здесь. Вот здесь с угла краскопива большая была. Я его наклонил и лопатой порубил. А здесь чистотел подергал, вот. А то здесь у меня огурцы будут два расти. Вот. И они как бы затеняют в этот пластиковой бочке. А здесь виноград. Хочу это сейчас ролик сделать, как делать воздушный отводок. Как раз в июне месяце надо делать воздушный отводок. Конечно, поздно, уже надо числа 15-го делать было. А здесь уже конец июня. Но все равно попробую. Я здесь приготовил эту самую бутылку. Такую бутылку приготовил. Вот. Здесь отверстие проделал. Вот здесь вот. Пробую будет крепить. Пропущу через горлышко. А вот эту лозу, в которой есть соцветие. То есть она потом не будет. Она не нужна будет. Ее все равно обрезать надо на черенки. Вот из нее буду делать воздушный отводок и набью все не землей, а вот таким вот рыхлым перегноем. Вот она в перегное и сверху землей засыплю. Вот сейчас вот солнце чуть-чуть зайдет немножко, а то объектив будет светить и ветер. Сейчас попробую показать, как делать воздушный отводок. Воздушный отводок делается там, где усик и листик, тут это вот отрезается, делается небольшое бороздование, и как раз в этом месте корни и дадут. Никаким корневином я мазать не буду, они так дадут, и без корневина или гидрусина. Вот, то есть корни сами дадут. Единственное, что сделать, надо маленький надрезик такой процарапать, и усик отрезать, и листик обрезать. Вот сейчас это сделаю. Это у меня. Вот здесь у меня был лития виноград. Он в этом году полностью засох. Он 7 лет плодоносил. В этом году что-то весь засох. Я думаю, может быть, от корня пойдет. Корень начал копать, а он весь сухой. Не знаю, что это. А все говорят, что у кого виноград вымерз. Говорят, что в марте уже снега не было, а был заморозок. И все замерло. Хотя виноград у меня был укрыт. Я сейчас снимаю экшен камеры такой самой дешевой. Ну, где-то в районе 2000 стоит. Вот. А пробую звук, как записывают видео. Экран, правда, такой блеклый, ни хрена я в нем не вижу. То есть смотрю. Вот надо. Не видно. Не очень яркий экран. Бывает ярче экран, а здесь не очень экран. Вот. Но вроде видео вроде хорошо записывает. Вот. Короче, я все сделал. Там вот вьюны уже подросли. Надо палочку малинов навтыкать, чтобы они вились по палочкам по малинам и шли на свою шпалеру. Вот. Понятно, да? То есть здесь у меня шпалера для винограда есть своя. Сейчас покажу где. Вот. Это вот виноградная справа, а слева это как раз для вьюнов. Вот палочка малинов навтыкаю и направлю в сторону вот этой трубы, и они будут видеться. Вот, с вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. А саженцы, посаженные вот из Крыма, мне прислал саженцы, они, он, конечно, прислал плохие. Мог бы потолще прислать, а то тоньше карандаша даже прислал. Видимо, специально скажет, хрен с тобой, вот такую ерунду тебе пришлю. Главное, прислал и все. В прошлом году прислал хороший. Мне уже в июне месяце
лоза отросла уже метра на два, блин. А здесь они сидят, ни хрена не растут, блин. Вот там листик пустил, это сорт Байконур. Сорт Аркадий вообще даже листик не дал. Очень плохие присылает саженцы питомник Крым Садовод. Пускай не обижается. Надо хорошее присылать людям, а не то, что это кое-что послали. А то тот раз говорят, да это рабочие там послали, блин. Ну ты сам это раз пообещался выслать саженцы винограда. Значит, надо было хороший послать. Самый лучший выбрал и послал. А то здесь я целый год его канал, этот самый питомник рекламировал. И даже вот главное видео поставил, заставку сделал такую специальную. И всегда говорю, Крым Садовод. А он мне такую ерунду, блин, прислал. Да лучше бы я у другого производителя денег заплатил. За деньги бы лучше купил эти саженцы винограда. И они у меня уже выросли, блин. Это ерунда, вот смотрите, тоньше карандаша. Что, в Крыму что, воды нету, там и так, говорят, потопы были, прям воды нету. Как, короче, ерунда присылает, что-то уже с ним неохота уже и связываться лучше, ну, с кем-нибудь другим, чтобы уже нормально лозу прислали, уж, и заплатить деньги, чтобы лоза была хотя бы с карандаш был толщиной. А то прям тоненькая, блин. Я говорю, где-то, наверное, браковку взяли, блин, и прислали, блин. Здесь в этих бочках и вот пластиковые бочки, и в синем ведре там. В синем ведре огурец хорошо чувствует, потому что голубой цвет, он притягивает тепло. Бочка нагревается, и огурцу тепло. А белая, она, ее надо тоже красить в синий цвет, чтобы она огурцу было тепло. Хотя там это я сажал на теплую грядку, то есть это самое... Скошенная трава, 2/3, и земля. Вот. И там 3 огурца вот кое-как так растут еле-еле. Хотя я здесь и удобрял, и удобрение поливал азотным удобрением. И так этим настоем зеленой травы тоже поливал, и все. А здесь вот Аркадия так и не хочет трогаться. То есть корни были нормальные, хорошие, а лоза тоньше карандаша. Я думаю, ни хрена себе ничего здесь не будет. Пустое дело. Вот так понадейся, блин, а тебе какую-нибудь ерунду пришлют. Ну, зато бесплатно, блин. Я бы лучше денег заплатил бы, чем мне ерунду какую-то прислал, блин. Заказывал 8 саженцев, прислал 6 подписанные, один вообще не подписанный. Который не подписанный, он растет. Который подписанный, ни хрена не хотят почку даже пускать. Потому что тоньше карандаша. Вот, надо сразу договариваться, если тоньше карандаша, может не присылать. То саженцев нет. Вот этот вот неподписанный саженец, вот он тронулся в рост, потому что не подписан. И все, вот из, скажем, из 7 саженцев вот этот только один растет, остальные 6 ни хрена не растут. Вот так вот надейся на этот питомник Крым Садоводный. Всю зиму прислал. Я пришлю тебе хороших, блин. Прислал, блин, ерунду, блин. Но зато бесплатно, блин. И это 2 черешни тоже. Прислал, а там даже корней не было. Ну и что, высадил. Тоже без корней там это будет. Видимо, они как дернули эту черешню, блин. Вот, даже корней там нету, как морковки все равно. И ни хрена это. Даже не тронулись они в рост. Единственное, что смородина там кое-как там растет там. Вот смородина и 2 куста, конечно, растет. Спасибо. Все, вот один виноград, спасибо. А 6 виноградов, то есть саженцев, уже не спасибо. И 2 черешни тоже не спасибо. Ну пусть бы прошла бы, допустим, лето, а зиму там замерзла. Это другое дело. А то высадил, она даже почку не хочет открывать. Это черешня. А у меня хотя черешня есть, от косточки посадил. Она здоровая, только ни хрена она не цветет. Блин. Хотел, думаю, хоть из этой черешни черенки, блин, это самое сделаю, может, привью, блин. Ни хрена. Лето пролетело, можно сказать.
И виноград, и с виноградом я пролетел бы. Вот, и здесь на этом месте росла эта лидия. Я выкопал, сделал траншею такую здоровую, блин, наверное, 2 метра, шириной 50 сантиметров. Засыпал туда немного навоза, песка, перегноя, песок с землей перемешал, здесь посадил. То есть, если корень он пустит, вот этот виноград, то в эту там, в левую сторону, корням легче будет пробиваться, и они будут лучше нарастать. Он бы у меня рос в таком черном горшке, я его сразу, он мне присылал с открытой корневой системой, я сразу в горшок такой черный землей засыпал, смотрю, теплицу поставил, смотрю, он тронулся в рост. Вот, и яму выкопал, и вот этим ском земле так поставил, и обсыпал все этим перегноем, перегнившим силосом вокруг, и сверху песком засыпал. То есть ему, он корни будет, лучше будет развиваться. Здесь у меня это цветок лилии. Здесь вот я еще палку воткнул для него. Вот здесь вот такая палка. Вот я воткнул палку специально, чтобы, может быть, он будет цепляться за него. Может быть, в июле тронется в рост. Я не знаю. Может быть, из-за того, что в июне ночи были не более 10 градусов. Может быть, из-за того, что из-за этого виноград не хочет расти, трогаться в рост. Может, из-за этого, не знаю. Так, вот здесь вот уже цветы отцветают. Ну, отцветут, я просто срежу ее нафиг, да и все. Чтобы винограда было это. Солнце шло. Вот они уже цветают, эти пионы, что ли? Пионы. Отцветают уже. Они, наверное, в июне цветут пионы, и все. Оставлю там этот 10 сантиметров, остальное срежу. И даже не буду это, чтобы она там все лето здесь, вот эта зеленая масса здесь торчала. И так взойдут. Не взойдут и нахрен. Не нужны мне эти цветы. У меня 2 куста пионов. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить все видео. Понятно, да? То есть питомник «Крым-садовод». Надежда на него мало. Буду у кого-то другого заказывать. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Снимал я экшн-камерой. Новый там за 2000 какой-то. Вот такой виноградик.